Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Приятного просмотра! Каждый день мы получаем печальные и трагические новости из сферы шоу-бизнеса, политики и спорта. Теряя медийных личностей, любимых актеров, актрис, политиков, звезд спорта, мы как будто лишаемся кусочка нашей души. Герой сегодняшнего видео много болел, перенес несколько операций, но у него была очень большая сила воли, и он несколько раз смог восстанавливаться от болезни. Инфаркт, онкологические заболевания – это далеко не полный перечень тех болезней, которыми страдал герой нашего видео. Но, увы, коронавирусная инфекция его сломала. Больше полутора месяцев он боролся с ней, был помещен вначале в больницу, потом в реанимацию. Но, увы, все безуспешно. Великий актер, российский актер, запомнится нам по многим сценам. Умер Степан Емельянов. Нам его будет очень не хватать. Спасибо ему за те яркие мгновения, которые мы испытали благодаря его замечательной игре.